19 мая в рамках форума «Зеленая столица» в Белгороде пройдет большой костюмированный велопарад. О подробностях сегодня рассказали представители Управления дорожной инфраструктуры и транспорта. Стартует парад от Диорамы ровно в полдень. Для участия в нем нужно иметь велосипед, индивидуальный ремонтный комплект, шлем и перчатки. А если у вас будет еще и оригинальный костюм, у вас будут шансы получить призы и подарки от организаторов. Помимо строительства непосредственно велодорожек, нужно воспитывать, мы считаем, и велокультуру. И создавать некое информационное поле, повышать уровень информированности, уровень знаний пользователей этой самой инфраструктуры. Участники велопарада смогут выбрать один из двух маршрутов – малый и большой. Первый стартует от Диорамы, далее улица Попова, улица Победы, Театральный проезд, Свято-Троицкий бульвар, разворот на проспекте Богдана Хмельницкого и обратно в Парк Победы. Второй – для более опытных велосипедистов – от Диорамы до северного выезда из города, от ротонды возвращения к месту старта. Все желающие уже сейчас могут зарегистрироваться на сайте форума «Зеленая столица». Однако отсутствие регистрации не лишает возможности присоединиться к велопараду спонтанно. 19 мая в рамках форума «Зеленая столица» в Белгороде пройдет большой костюмированный велопарад. О подробностях сегодня рассказали представители Управления дорожной инфраструктуры и транспорта. Стартует парад от Диорамы ровно в полдень. Для участия в нем нужно иметь велосипед, индивидуальный ремонтный комплект, шлем и перчатки. А если у вас будет еще и оригинальный костюм, у вас будут шансы получить призы и подарки от организаторов. Помимо строительства непосредственно велодорожек, нужно воспитывать, мы считаем, и велокультуру. И создавать некое информационное поле, повышать уровень информированности, уровень знаний пользователей этой самой инфраструктуры. Участники велопарада смогут выбрать один из двух маршрутов – малый и большой. Первый стартует от Диорамы, далее улица Попова, улица Победы, Театральный проезд, Свято-Троицкий бульвар, разворот на проспекте Богдана Хмельницкого и обратно в Парк Победы. Второй – для более опытных велосипедистов – от Диорамы до северного выезда из города, от ротонды возвращения к месту старта. Все желающие уже сейчас могут зарегистрироваться на сайте форума «Зеленая столица». Однако отсутствие регистрации не лишает возможности присоединиться к велопараду спонтанно.